Добрый день всем. Хорошего дня вам, ребята, всем. Попрыгунчик. Добрый день. Мы решили вам показать, куда речка идет дальше. И деревни вид сзади. То есть спереди, спереди. Тут сзади. Вот пойдем сейчас вам покажем речку. Рыба плохо все не клюет. Но я штук 8. Да, сегодня что-то вроде не лёг. Да, у Коли не клюнул, он обиделся. Удочки поломал все. И больше не буду ловить. Нет, удочки не ломал. Я камыши ломал. А, вот. Да, он пошел с камышей там влиянием. Рыбы мы летом идем. Чуть ветер изменился, все. Не хочет. Ребята, купил я тут билеты в спортлото. А кто это? Видео. А кто это? Не кошка, это не это. Это какая-то либо ласка, нет. Вот такие лапки, либо ласка. Нежные, да? Да. Она вот. Прыг. 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 Вот такие у нас чудовища здесь лазают. Меньше курей. Они с ним пошли на кожу. Можно. Ну, что-то типа ласки, вот такое что-то. И вот, ребят, купил я билеты эти в спортлото. Два по 100 рублей, а два выкину. Но дело не в этом. Все это чушь полная. Полный лохотрон. Чтобы лотерею разыгрывать, надо, чтобы все видели эти кубики, эти бочоночки. Бочоночки стоят на столе. Что под столом, никто не знает. Такие бочонки подкидывают, да? Да. О, вот, видишь, вот я это делаю. Ага. Туда пришел, и это обратно. Ну, смотри, он должен быть вообще-то по пояс раздетый. Потому что что-то мне не понравилось. 5 ходов и сразу выигрыш. Это что-то подозрительное. Он должен полностью раздетый. Не столько, сколько на впереди висит, и все. Ну, что там, это же, господи, столько ж фокусников. Магниты всякие, и бочонки магнитные. Стол должен быть прозрачный, чтобы все видели, что это один стоит мешочек. В общем, это так, лохотрон для людей. Больше я в эти игры не играю. Вот сколько тростника накосили. А этот тростник, тростник, нет. А, все, все покосили. Ну, это да. Не ставили. Тут вот тоже вроде москвичи живут. Агрегат у них вот такой стоит. Как он называется, забыл? Катамаран. Вот. Катамаран стоит, вон машина битая. Видно, на огороде разбил. На огороде истеричка попалась. Вот, а мы идем по речке, в другую сторону. Вот, аля, они расчистили здесь. Ну, почистили. Может, катались на коньках, не знаю. Да, не на коньках, но расчистить это только можно маленьким трактором. Потому что большим не заедет в провале, а маленький может маленький прочистить. Здесь только снегоход есть. А, снегоход у них есть? Да. Ну, вот это мы же и прочистили. Вот. Вот такая вот у нас речка, вот она. А вот вторая деревня, это Поповка. Ну, мы ее показывали. Лешик меня ведет на экскурсию до конца. И до конца улицы. Не,
не, ну до конца улицы я... Ты смотри, какой здесь, мы сюда еще не плавали. По улице я мы съездили машину. А так-то я по озеру до конца не плавал сюда и не ходил. Это типа маленький каточек сделали вот. Вокруг. Ну, приехали на что-то на коньках. В том году девочка каталась на коньках. Вон банька. Вон еще банька, но та уже разбитая. Прямо уже работает. Вот дома с внутренней стороны нашей улицы. Вот такая речка. Ну, километр, наверное, будет, да, Коль? Да, наверное, не будет. Не будет? Да. А хватит, если считать. Да. 15 минут. А мы собираем. 1560 шагов километр в минуту. Я засекал там еще. Это на сухом. Ну да, от столбика до столбика. А на снегу у тебя ну, меньше шагов. Ага. Вот она пошла туда. Здесь прикольно. Надо сплавать сюда, мы еще ни разу не сплавали. Вот какие за дебри, в дебри не зашли. А там что, на завещик какой-то? Ну там все заросло. А? Там тоже вон. Вот такие вот дебри. Это все речка. О, подожди, здесь непонятно, здесь вода. Блин, здесь уже будешь находить-то, вон дырка. Здесь уже, ты видишь, как... Да, уже хлюпает. Играет. Ну, пойдем-ка мы, ребята. Потому что здесь деревья, здесь, как говорится, льда мало. Вон, видите, все. Вода кругом. Тепло идет от деревьев. Да, тепло от корней. Не пойдем мы туда. Вон там вообще прогалина. Нет, не пойдем. Стремно. Вот такие вот у нас заросли. Это мы снимали упаковку, да? Ну вот и все, ребят. Вот такой еще обзорчик. Пока-пока всем. Всем привет, дорогие друзья. Мы вчера были у соседки с Танюшкой. Посидели хорошо. Домой, короче, пришли где-то 2:30. Ну, не, на самом деле, знаете, так вот по бабье хорошо посидели. Наговорились. Здорово. А сегодня варю рассольничек. Готовлю на обед. Хлопцы на рыбалке. Таня ушла проверить, что там у них, как там у них. Ну, пускай девочка прогуляется. Да, а у меня тут варится рассольничек. Вот огурчики порезала уже. Коля попросил рассольничек. Вон там картошечка, бросила целенькую картошечку. Вот. Здесь варится перловочка. Где-то мои прихватки. Вон. Хочу перловой каши. Я прошлый раз варила на этот
для рассольника перловку. С удовольствием прям съела то, что осталось. Зажарочка. Огурчики. Сейчас будет рассольничек. Коля попросил рассольник. Говорит, хочется рассольника такого ядреного. Желание гостей – закон. Они сейчас придут, там замерзнут на рыбалке. Придут, а тут горяченький супчик. Ах, тут здорово. Коля пришел с рыбалки, а у меня тут перловка сварилась. Ой, классно, перловочка. Еще подливка такая хорошая. И это зажарка к супу. Да? Класс? Нет, это подливка к перловке. Да? Да. Вот. Да, как мало человеку надо для счастья. Чтобы было вкусно. Чтобы было вкусно. А, ну вкусно, правда? Я сама хочу перловочки, да. О. Самое главное, чтобы было вкусно. А. А тебе, тетенька, всегда все вкусно получается. Ну да. Класс. Ой. С морковкой. Угу. Вот какая. Я бы сама такую ела. Так, супец у нас уже готов. Вот такой вот рассольничек. Ай, густовастенький получился. Ну, это Коля у нас любит, чтобы ложка стояла. Вот, еще попросил, сегодня Колин день, попросил картошку жареную на сале. Шкварчит, пахнет вовсю. С кусочками салка. Лешик пришел с рыбалки, улегся. Да, Лешик, устал? А? Конечно. Конечно. А как же? Конечно. Конечно, устал. Далеко ходил? Да нет, здесь. Рядышком? Ага. Много наловил? Я не выходила, не смотрела. 9 штучек? А, да? Котов накормил? Не, не дал. Ничего, ничего не дал? Нет. Почему? На ужин. А, завтрак, на ужин? На ужин, да. А, ты им на завтрак давал? Конечно. А, понятно. Они у меня теперь... Ну, правильно. Они у меня теперь завтракают. А сколько воробьев? А ну-ка, сейчас вот отсюда покажу. Зерна я туда насыпал. Птицам? Да. Вон они. Клюют. Клюют. Мало в этом году синичек. Мало. Обычно их прям стаями. Вон они у той кормушки. На сарайке. А тут воробьи в основном. Почему? Не знаю, почему мало синичек. Раньше было вообще так много. Воробьев не видно было. В том году вообще уже было, да? Да, в этом году вообще мало. Так, а сколько градусов? Ноль. На ноле. Ноль? Ноль. Да. Ноль. Да. Обедать будет? Да, Лешик. Будем обедать. Скоро. Картошечка такая вот уже румяненькая. Ой. Так вкусно шкварчит. Скоро будем кушать. Кот съел чуть-чуть красного перца. Где ты видел? Увидел. А, в интернете. Я думаю, да. Наш кот. Взял и съел красного перца. Он показывает, как он в кружке бедный сидит. Лапами ворочает. Чего ты видишь? Где?
звук верхний, средний. Угу. Звук, вот, знаете, где убирается? Ну? И вот сидит над кружкой, лапами, видно, ждет все. И лакает. Боже, бедолага, ну зачем вот так вот? Боже, издеваться, да? Всем привет. Танюшка была на рыбалке с хлопцами. Ничего не поймала, правда? Да. Ну было. Замерзла. Замерзла, да. А сейчас вот. А сейчас вот рассольника со сметанкой. И Лешику горяченького. Вкусненько. Да? Угу. Картошечка. Лешик, жареная картошка. Угу. Вижу. С капусткой. А капуста вообще. Конечно. Это свежая, которую я заквасила. Таня, ты не пробовала? Пробовала. Пробовала? Угу. Такая вот хрясь. Угу. Прям. Густит-то классно. А кто у нас там сидит? А? Евонька. Коля наелся перловки. Где она взяла? Обедать не хочет. Маша варила. Я супу варила. Для супа. Да. Угу. Вот. И он с подливкой так лупанул. Какая гирлянда красивая. Вау. Ладно, будем обедать.